Прибыли на очередное место стоянки. Такая удлиненная бухточка. Вон там на серой лодке приезжал сюда парнишка, который сказал, что он здесь всему хозяин. Ну, хрен знает. Бунтовал, скорее всего. Дачки, типа как у нас по берегу Пироговского водохранилища, выросли буквально за эту весну. И вот такой вот ресторанчик. Причал, ни воды, ни электричества. А подай, пожалуйста, две полукруглых. Надеюсь, хоть кормить будут. Не надо, мы там топтаться много будем, а здесь вкусно. Краев можно будет сидеть. Нет, конечно. Ну, конечно, шикарный город. Сидушки, подай, пожалуйста. Полукруглую, услышал, да? И вот наша последняя практическая тренировка по швартовке. Если честно, эту манипуляцию мы отрабатывали каждый день, просто руки были заняты, и я не снимал. Самое главное при подходе лодки к причалу – это вовремя остановиться. Яхту весом больше 3 тонн руками не остановишь. Нужно грамотно работать винтом. Перед швартовкой необходимо подготовить яхту. Кранцы должны быть вывесены за борт в нужные места. Швартовые канаты заведены на утки и подготовлены к отдаче. При подходе к месту швартовки обязательно оценивать ветер. Он сильно мешает, и это нужно иметь в виду. Останавливать яхту нужно примерно за метр от причала. При швартовке кормой нужно соблюдать последовательность отдачи швартовых. Первый отдается на ветреный. Вновь вспоминаем про ветер швартовый. Это обязательно. Он потом будет держать всю яхту. Потом принимаем муринг и проводим носовую утку. Только после фиксации муринга можно отдавать второй кормовой швартовый и выравнивать яхту. Уходим из места последней стоянки в место постоянного базирования яхты. Проходим по турецким фьордам. Конечно, красота такая. Идешь, а вокруг тебя горы вырастают. А еще вокруг жара, тепло. Можно искупаться в любое просто время, когда захочешь. Ну, конечно, если в это время не матрос, то не приходится заниматься парусами. Или не шкипер, не приходится крутить баранку. А так, купайся, не хочу. Одним словом, не жизнь, а сказка. Жаль, что отпуск все-таки иногда кончается. Так, я построю вот здесь. Кстати, пожалуйста, придочек. Подангрузирую, не обязательно. Так, побольше щелкай там, разных. Ребята, мы с вами закончили. Оп, я привык смотреть лицо. Мы с вами закончили поход, недельный курс обучения на бэрботов IYT, бэрбот шкиперов IYT. Вот, вы успешно прошли курс, и я вас поздравляю с вашим званием бэрбот шкипер новым. Поздравляю, Сергей. Поздравляю, Виктор. Поздравляю, Коля. Поздравляю. Да. Давайте присоединяйтесь. Это вот это твой. Водичку. Ура! Ура!